Столетняя история полиции городского округа теперь представлена жителям. Уголок истории создания, становления и развития межмуниципального управления МВД России «Щелковское» открыли в Щелкове. Это очень знаковое событие в жизни управления внутренних дел, и не только управления внутренних дел, а всего Щелковского городского округа. С самого начала образования Щелковского УВД и до настоящих дней вот воссоздана память. То есть хронология событий, как здесь родилось Щелковское УВД, какая была работа, какие были проблемы, удачи и неудачи, ну и вот до настоящего времени. О нашей полиции действительно есть что рассказать. Некоторые экспонаты имеют важную культурную ценность. К примеру, книга памяти Щелковского управления внутренних дел, в которой до настоящего времени сохранились исторические фотографии и документы с самого создания организации. Там же хранится информация о ветеранах нашей милиции, которые принимали участие в Сталинградской битве, освобождали Прагу, Будапешт, штурмовали Берлин. Ну и спасибо коллективу отдела кадров и группе СМИ за наполнение музея, в общем-то. А пожелать я хочу, чтобы это было только началом. В общем-то, площадь еще есть. Я надеюсь, что это все будет хотя бы на 2 метра в год прирастать. На отдельном стенде расположился уголок памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников, а также милиционеров, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Наверное, самое главное отличие этого музея в том, что здесь представлена не только история нашего МВД, но и вещественные доказательства. Одному из них уже 100 лет. Пистолет «Ортгес» начали производить в Германии в 1919 году. Когда-то он фигурировал в настоящем уголовном деле. Теперь будет бережно храниться на полке рядом с самодельными пистолетами, револьверами и кастетами разных годов сборки, а также поддельными деньгами, алкогольными марками и кассовыми аппаратами. Все это может увидеть любой желающий и узнать более подробно о работе полиции. Ну, это очень приятно, что это увидят и сотрудники, которые здесь работают, а также кандидаты на должность, которые захочут служить в полиции, увидят об истории, что-то узнают, для себя почерпнут. Может быть, захочется поработать там. В нашем подразделении госавтоинспекции, да, здесь также она представлена. Хочу стать полицейским, потому что мне очень нравится служить Родине, хочу защищать граждан и стоять на праве порядка в своей стране. Кроме того, в экспозиции воссозданы формы сотрудников НКВД, представлены спортивные достижения полиции и многое другое. Посмотреть выставку можно по адресу 1 Советский переулок, дом 25. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».